Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу вам показать, как красиво оформить резиночку 1х1, к примеру, на вывязывании рукавчиков либо горловинки. Выглядит достаточно интересно такая резиночка. Вяжется она легко, как и резиночка 1х1, но при этом есть такая некая особенность, которая делает ее еще более красивее, чем просто обычная резиночка 1х1. Это вот такие вот небольшие вкрапления и чередование вот таких косичек из лицевых полосочек и как своего рода вкрапление узора рис. Вот я вам сегодня хочу показать, как связать вот такие вкрапления и тем самым сделать еще более элегантнее резиночку 1х1. Раппорт узора данной резиночки составляет также 2 петельки, как и у резиночки 1х1. Поэтому, если вяжете по кругу, то набираете четное количество петелек. Если вам нужно небольшое количество петель для образца, то я наберу нечетное количество для того, чтобы сделать как бы петлю симметрии и сделать симметричным начало и конец данного узора. По количеству провязанных рядочков высоту повторяются всего лишь 2 ряда. Я набрала 23 петли, теперь достаю одну свободную спицу и начинаю вязать. Первый ряд и все нечетные ряды мы будем вязать как резиночку 1х1. Это чередование то лицевая петля, то изнаночная, то лицевая, то изнаночная. Вот таким вот образом вяжем первый ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Кромочную последнюю петлю ряда я буду вязать всегда изнаночной. Первую в первом ряду я провязала, но в последующих я также ее буду снимать не провязанной. В конце ряда я довязываю по чередованию изнаночную петлю и кромочная последняя петля ряда изнаночная. Все четные изнаночные ряды будем вязаться просто. Кромочную снимаем и все петельки вяжем изнаночные, независимо от того, как ложатся петельки в предыдущем ряду. Если у вас круговое вязание, то, соответственно, все петельки четного ряда – это лицевые петли. Последняя петля ряда – изнаночная. И разворачиваем на третий ряд. Третий ряд мы повторяем как первый. Кромочную снимаем и далее вяжем по чередованию резиночку 1х1. У меня шла после кромочной изнаночная, я так и вяжу. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот таким вот образом чередую снова в нечетном ряду, в лицевом ряду, лицевая петля, изнаночная. То есть повторяю первый ряд. Кромочная петля ряда у нас, независимо от узора, я ее буду вязать изнаночной. Четвертый ряд мы повторяем как второй. Кромочную снимаем и вяжем все петельки изнаночные. Как вы видите, мы два раза повторили по 2 ряда. Это и есть 2 ряда наш раппорт узора, который будет повторяться от начала до конца нужную высоту вам вязания резиночки. И вот таким вот образом мы, связав 4 ряда, уже с лицевой стороны повернув наше вязание, видим красивый узорчик. Это совмещение резиночки и вот такой вот в промежуточках между резиночкой красивый узорчик. Я думаю, что таким краешком можно смело оформлять резиночки в свитерочках, в горловинке. И вот такой вот совсем очень простой в выполнении узорчик резиночки. И красивый в итоге у нас получается. Вы повторяете нужное количество раз нечетные ряды по чередованию изнаночная, лицевая, как в резиночке вяжется. И по чередованию в каждом изнаночном ряду, в поворотных рядах это изнаночные петельки. Если в круговых рядах по кругу вязания, то просто лицевые петельки. И у нас в итоге получается вот такой вот нехитрый красивый рисуночек резиночки 1х1. И довязав до нужной высоты резиночку, переходите на, допустим, лицевую гладь. И в итоге получается красивый вот такой вот оформленный край резиночки. И если, к примеру, это на каком-то регланчике или на кардиганчике, то смотрится достаточно эффектно и красиво. Я надеюсь, что у вас получилось, понравилось. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!